Когда вам говорят о том, что йога несовместима с бегом, то, может быть, не все знают, есть такое целое большое направление от Ши Чинмоя, которого йога сводилась 50 на 50 к бегу. То есть они брали, бегали, потом тянулись, дышали. И когда люди говорят, что то есть бегуны не проживают очень долго, в принципе, он достаточно долго прожил. Дольше многих других йогов, которые не бегали. То есть это к тому, чтобы у нас не было никаких сомнений. Ну а теперь давайте с вами перейдем к самой сути почти что сразу, хорошо? Потому что у нас не так уж много времени. И я полагаю, все хотели бы узнать животрепещущие вопросы. Это как же тянуться, каким образом избавляться от травм, а желательно, чтобы они вообще не приходили. Да? И с такими идеями обратился ко мне сначала Владимир Демченко, которого вы все уже знаете. После этого мы с ним вместе общались, он рассказывал, с какими травмами он чаще всего сталкивается, когда люди приходят к нему на лечение. Вот, спрашивал, как я это делаю с позиции йоги, с позиции йога-массажа, есть и такие. Вот, и мы решили сделать такую программу. К сожалению, он сегодня не может с нами участвовать. Я ему сказал: Владимир, ну послушай, если ты как доктор будешь со мной рядом находиться и подсказывать какие-то медицинские термины, то тогда я готов на такую лекцию. Он сказал: не бойся, я буду сидеть рядом. Но поскольку у нас лекция перенеслась на целую неделю, он, к сожалению, не может здесь быть, а я решил уже вас не подводить. Поэтому не заваливайте меня очень умными вопросами. Я один из тех шаманов, который вот йогой занимается и даже не знает, как эта кость называется. Ну, более-менее. Итак, сейчас я сориентируюсь. Йога-растяжка для бегунов. Авторская методика, чтобы вы сразу понимали, вот мы придумали какие-то упражнения, я автор. Но это не то, что они мои. Это упражнения, которые после этого будут вашими, и вы после этого можете свою авторскую методику сделать для бегунов. Ну, все согласны, да? Мы все стремимся прийти к финишу. И желательно живыми, и желательно без травм. Дело в том, что когда человек бегает, но не знаю, насколько вам известен этот факт, 70% людей, которые начинают свою карьеру в беге, или просто начинают бегать ради здоровья, они получают те или иные травмы. Иногда такой парадокс возникает. Мы его потеряли, начав заниматься своим здоровьем. Да? И из-за чего это возникает? Некоторые говорят: ну вот вы не знаете правильную технику бега. Если вы будете правильно бегать, то тогда не будет травм. Но опыт показывает, что это не совсем так. При самых правильных методах бега, постановки стопы, подворота или не подворота бедра, все равно люди получают травмы. И мы сегодня с вами постараемся понять этот феномен больше с позиции йоги. Итак, кто готов добежать до финиша? Для этого нужно научиться бегать с умом. Итак, про технику вы, наверное, уже все знаете. Здесь школа бега, вас, наверное, будут обучать этим техникам. Что нужно понимать? Травмы, стрессы, излишний вес являются причинами последующих травм. Если у вас где-то заболело, скорее всего, заболит и в других местах тоже, если вы не обратите на это внимание своевременного. Например, у нас будет слайд, где будет много разных травм, к примеру, в коленном суставе, когда возникает боль при беге. Но сами эти травмы к самому коленному суставу не имеют отношения. Это просто где-то там трется какая-то мышцы или сухожилия задевает какую-то косточку, возникает болевой синдром. Но если это запустить, то тогда это уже переходит на колено. Упражнения, о которых мы с вами сегодня поговорим. Диета. А, кстати, у меня здесь есть что-то, да? Все согласны про диету? Ну, я вам просто скажу, что если вы бежите с лишними 10 килограммами, то представьте себе, то есть какая у вас нагрузка идет на стопу, на коленный сустав, плюс к тому, что уже нужно бежать. Удовлетворенность. Знаете, что это такое?
знаем после 20-го километра. Ну и здоровье, конечно же. Вы слышали про такую концепцию, наверное, как тенсегрити, да? Это то, что у нас в теле все связано. Это на таких вот у нас тяжах. То есть потянул там, почувствовал здесь. Да? Как вы думаете, какая ситуация для бега будет более подходящая? Правая палаточка или левая палаточка? Правая. Правая? Почему? Почему левая? Где-то посередине. Да. Смотрите, интересный факт, что когда мы такие натянутые, как барабанчик, да, не совсем гибкие, то когда где-то что-то начинает спазмировать, к примеру, вы бежите уже 10-й километр, и у вас мышца устала, и она потеряла способность сокращаться. Ну, некоторые мышцы выпадают раньше, чем другие. Это зависит от многих факторов, в частности, от вашей физической подготовки. Но когда она перестает работать, она имеет тенденцию укорачиваться, переходить в стресс. Когда она укорачивается, что происходит? Происходит большая нагрузка на связку, да? То есть дальше по цепочке. Связка, как правило, мышца — это что? То есть мышца — это она захватывает либо два сегмента, либо три сегмента, да? То есть либо через два сустава идет, либо через один сустав. И вот когда она переходит через сустав, если она вдруг по какой-то причине укорачивается, то идет больше нагрузка на сухожилие. А сухожилие, оно не очень сильно склонно к растяжке, если вы знаете, да? Оно склонно тянуть что-то, но к растяжке оно не склонно. Поэтому наша задача, когда речь заходит о том, каким образом себя подготовить, каким образом быть более здоровым в процессе бега, нам необходимо стать немножко расслабленным. Отсюда вопрос. Какая мышца будет растягиваться лучше? Нагретая. Нагретая. Правильно. Какая мышца будет растягиваться лучше? Которая в напряжении или которая в расслаблении? В расслаблении. В расслаблении. Отлично. Когда вы выполняете упражнение, какое-то упражнение из тех, которые мы будем вам показывать, при каком варианте мышца, естественно, будет растягиваться больше. А при каком — сухожилие? Скажем, я встаю в какое-то положение, да? И напрягаю квадрицепс. Он будет растягиваться больше, или когда я его расслаблю, он будет растягиваться больше? Когда расслаблюсь. То есть, если я напрягаю мышцу, когда я ее тяну, то тогда мы что оказываем? Какое воздействие? Больше куда? Сухожилие. На сухожилие, правильно. Встречались с такой ситуацией? Бегунам предлагают растягиваться, это благоприятно для здоровья, да? То есть для текучести жидкости и все такое. Вот мы потянулись и готовы бежать. К сожалению, так не работает. Почему? Потому что уходит какое-то время в натяжении перед тем, как мышца вообще сможет расслабиться. Потому что если вы бегаете, и она у вас в тонусе, вам не получится ее расслабить вот просто так вот. По щучьему велению. Оп, и вышли. Нет, ее нужно подготовить. Чтобы ее подготовить, нужно время. Она сама так просто не растянется, особенно если вы пробежали. Поэтому, если вы понимаете этот факт, вы поймете, что растяжка – это такое немножко, ну, с какой-то стороны, нуторное действие, когда вот нужно взять и мягко, последовательно вытягивать. И сначала это скучно, очень скучно. Я помню, когда я работал с одним бегуном индивидуально, то есть вот он попросил: «Сережа, я знаю, что ты йогой занимаешься, ты знаешь пробег, мне вот нужно, мне очень нужно, помоги, пожалуйста». Я говорю: «Хорошо, но ты тогда должен пообещать мне одну вещь». Зная его, как своего друга, что он из себя представляет, он спрашивает: «Какую?» «Мы будем заниматься с тобой. Ты как быстро хочешь результат?» Он говорит: «Ну, за месяц». Говорю: «Хорошо, мы с тобой занимаемся 4 раза в неделю по 2 часа. И когда мы будем с тобой заниматься 2 часа,
Мне уже не важно будет, нравится тебе это или не нравится. То есть ты подписался, если ты согласен на этот контракт, тогда я буду с тобой заниматься. И когда мы начали с ним заниматься, вы даже не представляете, сколько раз я напоминал ему о нашем контракте и договоренности. Он говорит: «Hey, Sergey, it's so boring, you cannot believe it». Для него было очень скучно. Он американец, у него излишний вес был, конечно же. Сопутствующие факторы. Вот. Но уже где-то на 6-7 занятие он стал получать наслаждение от самого процесса. Он говорит: «Если мы с тобой бы не договорились, я бы уже давным-давно закончил все это мероприятие». Поэтому сразу хочу вам сказать, что есть методики, которые позволяют человеку становиться очень эффективными в беге, делать свое тело еще более функциональным. Но в зависимости от вашего состояния вы должны быть терпеливыми, чтобы дойти до того момента, когда это начнет приносить свои плоды. Большинство людей, которые занимаются бегом, не знают, как работать со своим телом всего лишь по одной причине. У них не хватает либо информации, либо какого-нибудь друга и какой-то небольшой усидчивости, чтобы понять, что происходит, когда ты готовишься, когда ты готовишь свой мышечный корсет. Итак, мы должны будем с вами расслабить наше тело таким образом, что если где-то вдруг у вас в теле будет возникать очаг, вы сначала сможете после забега своего восстановить мышцы или мышцу конкретную, да, которая будет доставлять вам беспокойство. А после этого вы также сможете подумать, почему именно она доставляет мне эту проблему. Итак, идем дальше. Кто-нибудь знаком с такой теорией мышечных поездов Майерса? Ну, кто-то слышал. В двух словах, вот то, что мы сейчас посмотрели с вами на палаточке, здесь есть один человек, его зовут Майерс, он предложил свою идею мышечных тяжей. Есть другой человек, это Бюске, который предложил другую теорию мышечных движений, то есть таких вот цепочек. Но фактически говоря, каждая теория имеет свою правду. Если мы посмотрим, более внимательно изучим, как это работает в нашем теле, то мы просто поймем, в зависимости от того, какие движения мы совершаем, у нас в теле возникает кинематическая цепь. То есть любое действие, которое мы осуществляем, оно не просто очень такое вот, ну, подумайте, вот мы просто-напросто идем. Но это не просто мы идем. Это начинает от того, что мы начинаем движение перестановки стопы и заканчивая головой, которая каждый раз при таком вот движении корпуса, ну, фактически говоря, она делает вот так вот, когда мы идем. Если мы побежим, это будет так. Понятно, да? Либо так, либо так. То же самое. Начали с ног, заканчивается здесь. У кого-то бывало такое из вас, когда вы бегали, вдруг у вас шея начинает болеть? Ну, или подклинивать так. Бывало. Вы думаете, ну, это вряд ли с бегом связано. Наверное, скорее всего, магнитная буря, да? Там на солнце какая-то вспышка была. А все очень просто. Мы начали бегать, мышцы по своим кинетическим цепям дошли до шейного отдела и перестали функционировать должным образом. Просто потому, что они не были готовы к такому забегу. Да? Как у нас бывает. Человек жил, поживал, добра наживал, в 40 лет посмотрел программу про здоровье и подумал, почему бы мне не начать здоровый образ жизни. И решил пойти на марафон. Да? Вот недавно было. То есть ты 40 лет прожил, ты вообще бегал только до автобуса или до трамвая, ну, может быть, еще в школе, когда тебя заставляли там сдавать какие-то экзамены, и теперь ты решил сделать забег на 42 километра с правильной постановкой стопы. Да? Естественно, что у тебя много очень групп вылетит из правильного функционирования. Итак, посмотрите сюда. По Бюске он говорит, что наши мышечные цепи
идут по голени, переходят на заднюю поверхность бедра. Те, которые сзади по икре, переходят через колено по квадрицепсу в область таза. Потом эти мышцы пошли по передней части. Майерс показывает, что вот у нас они без пересечения идут по задней поверхности. И другая цепь, она идет с пересечением. То есть, иначе говоря, человек может бежать, с шеей все в порядке, с ногами все в порядке, вдруг закололо под лопаткой. Бывало такое? Вот, знаете, если, конечно же, сделать какое-то шоу, там, пригласить из группы человека, у кого болит под лопаткой. И можно посмотреть, почему у него болит под лопаткой, ну, если это было после бега. Поскольку, когда человек бежит, его мышечные цепи вот таким вот образом на перекресток работают. И когда вот здесь по какой-то причине из-за неправильной постановки ноги здесь начинает спазмировать мышцы, потому что он даже не догадался, что нужно ему упражнять мышцы брюшного пресса, он этим не занимался, он просто бегает, зачем это нужно, да? То при каких-то обстоятельствах, вот если эта мышца, например, у него начнет спазмировать и сокращаться, то по своему тяжу она выйдет туда под лопатку. Если она вышла под лопатку и не дала никакого болевого синдрома, то с лопатки она вот перейдет вот сюда вот. Понимаете, да? Если, например, у вас заболело вот в этой части головы, то, скорее всего, нужно будет прощупывать вот эту всю цепочку, посмотреть, как она перейдет вот на эту вот сторону, да? Посмотреть, что будет происходить у нас здесь с ногой и каким образом у нас это будет переходить все сюда. Может быть, эта цепочка где-то прервется, потому что у некоторых людей очень хорошо прокачаны ноги, и поэтому там все в порядке. Поэтому эта тяжесть становится где-нибудь вот на уровне пояса. А брюшной пресс он забыл проработать. И не просто забыл проработать, а во взаимосвязи с ногами. Понимаете? Вот. Но это я не буду вам сейчас рассказывать очень много другой информации, которая может быть немножко даже скучная. Но что я хочу обратить, на что я хочу обратить ваше внимание, это на то, что наше тело очень хитрый организм. Вот если ему позволить делать то, что она хочет, оно, скорее всего, сядет на диван перед телеком и будет жрать чипсы. Ну, может быть, я не знаю, йогуртами запивать, если кто-то любит. Понимаете? Мы всегда склонны к чему? Мы всегда стремимся в первую очередь избавиться от боли. Во вторую очередь мы пытаемся найти в своей жизни комфорт. А затраты, энергозатраты нас волнуют уже в третью очередь. Поэтому, когда речь заходит о том, что мне сейчас чувствовать себя энергичным, но немножко в дискомфорте, мы предпочитаем себя чувствовать в комфорте, но, может быть, с пониженным уровнем энергии. Если заходит речь о том, что у нас есть где-то боль в нашем теле, то сначала мы хотим избавиться от боли, потому что пока мы не избавились от боли, мы не можем ощутить состояние комфорта. Понятен этот момент? И к чему это приводит? Это приводит к тому, что когда у нас возникают в теле болевые ощущения, такая хитрая штучка происходит. Вот тут вот не очень не тянет. О, легче стало. О, ой, как хорошо. Привет, как дела? Нормально. А у тебя? У меня тоже все хорошо, да. Живем, вот я вот забег сделал 15 километров. Понимаете, да? То есть мы начинаем вести себя подсознательным образом уже неправильно. Энергия наша дается для того, чтобы стоять в положении ровно. Когда мы ровно стоим, у нас спина когда ровная, нам не приходится затрагивать много энергии. Но когда у нас возникает проблема в теле, мы сначала подыскиваем какой-то вариант компенсаторный такой, знаете. О, хорошо, отпустила. То, что я вообще тружусь, пытаясь, фактически говоря, там стойку какую-то из восточных единоборств выполнить. Мне даже
Это не волнует, я уже забываю. Просто такое ощущение, что я чаще стал макароны кушать, понимаете? Не понимая, что энергоресурсами постоянно затрачиваются вот на это вот поддержание. И когда у человека исправляется проблема, я не знаю, если вы сталкивались с таким, например, приходили к какому-то специалисту, он исправлял ваш опорно-двигательный аппарат, первое, что возникает, это такое ощущение прилив бодрости и энергии. Телу вдруг не нужно тратить свою энергию, свои усилия для того, чтобы вас держать в правильном положении. И у вас появляется дополнительный энергоресурс. И причем он очень значимый. Особенно есть такие есть не очень сложные, но болезненные места в нашем теле. Поэтому, что говорят йоги? Йоги говорят, сначала стань здоровым, а потом уже практикуй йогу. А, и вы так услышите, думаете, о, ну нам до здоровья еще далеко. Нет, они имеют в виду, ты делай упражнения, ну, если хочешь, назови это йогой. Но потом, когда ты уже станешь здоровым, в полном смысле этого слова, тогда ты сядешь в медитацию, не знаю, будешь левитировать, может быть, перестанешь дышать и осознаешь какие-то высокие истины. Мы сейчас не будем говорить об этом философском аспекте, я просто хотел сказать, это важный момент, чтобы наше тело было здоровым, чтобы в нем не было проблем. Тогда мы становимся очень функциональной единицей. Понятно, да? Да. Какая техника бега правильная? Правая или левая? Правая. Правая? То есть нужно на стопу бегать, да? На всю, а не на пятку. А вот вы знаете, люди вам скажут, ну, как так? Вы каждый день ходите с пятки на носок, а что такое бег? Бег – это просто ускорение того же самого шага, да? Вот вам правильная техника. Что вы скажете на это? Что по 40 километров вы не ходите. Правильно. Правильная техника бега – это та техника, при которой, пробежав 40 километров, вы не испытываете проблем. Если это у вас вот эта вот техника бега, то пускай это будет правильной техникой. Если это вот эта техника бега для вас правильная, пускай она будет правильной. Я, знаете, еще в те далекие времена до 90-х спорил с учителями. Они мне предлагали, вот каждый раз, когда ты стоишь вот так вот, ты неправильно стопу ставишь. Вот смотри, в книге там Айенгар говорит, вот как стопа должна быть, под каким углом. Я говорю, ну, блин, каждый раз, когда я стою, мне колено ломит. У меня, то есть, другие ноги, я кривым родился, может быть, немного. Может быть, мне лучше вот таким вот образом поставить ногу, понимаете? И я часто входил в такие стрессы, потому что грамотные учителя говорили, как правильно, а тело мне говорило совсем про другие вещи. Я хочу вам сказать очень важное правило. Нет одинаковых техник бега. Все люди будут бегать по-разному. В зависимости от того, какой у вас размер стопы по отношению к вашему росту. Ну, представьте себе, например, у меня рост 1,78-1,77 м. Давно не измерялся. Вот, и у меня стопа на 2 сантиметра меньше. У меня техника бега будет уже другой. Если у меня стопа станет шире, чем сейчас, техника бега поменяется. Если у меня ноги не так расположены, вот этот вот сустав колена и в тазе, как вот, например, у другого человека, то у меня другая будет техника, понимаете? Нету однозначно правильной или неправильной техники. Есть просто понимание того, что может привести вас к травме, что вы должны, на что обращать внимание, и смотреть, каким образом ваше тело отстраивает эту технику. Следить за своими ощущениями. Это, кстати, одна из важных дисциплин в йоге, когда вам предлагают обратить внимание на свои ощущения. Не на то, что правильно или неправильно, а на то, какие ощущения у вас возникают. Итак,
Вы поняли, да, что я не буду вам рассказывать, какая правильная техника бега. Потому что если я вам начну рассказывать правильную технику бега, я, другими словами, попытаюсь вас стричь под свой горшок. Буду подстраивать вас под себя. Беговые травмы. Я надеюсь, у вас такого не будет. Вот. Кстати, как много людей из вас бегает на время, а не ради здоровья здесь? Есть такие спортсмены? Окей. Все. Вот сейчас я бы хотел построить вас немножко под себя. Можно попробовать? Хорошо. Первый враг хорошего – это что? Лучшие. Это большая проблема, когда человек пытается фокусироваться на результате, а не на процессе. Когда мы фокусируем свое сознание на результате, мы не замечаем процесса. Способность замечать себя, способность замечать, что происходит в твоем организме, возникает только тогда, когда ты переносишь фокус с результата на процесс. По-настоящему результаты развиваются тогда, когда ты не привязан к результатам. Это великая восточная мудрость. Делай это ради того, чтобы делать. Как я не знаю, слышали про такую книгу Бхагавад-гита? Вот йоги ее очень любят цитировать. Кришнаиты, кстати, тоже любят цитировать. Вот. Кришна там говорит, у Арджуна ты имеешь право исполнять только свой долг, но плоды твоих действий не принадлежат тебе. Никогда не считая себя причиной выполнения своего труда, да, что ты заработал это, ты это сделал, но и не пытаясь уклониться от исполнения долга. Этими простыми словами Кришна пытается направить Арджуну внутрь себя. Ты не беспокойся за результаты. Направь свое внимание на процесс. Если ты будешь находиться в процессе, ты, во-первых, узнаешь свое тело, узнаешь наиболее эффективные и оптимальные формы его функционирования. И когда узнаешь их, то сможешь развивать. А когда ты сможешь развивать свои функционирующие сильные стороны правильным образом, в гармонии с самим собой, твои результаты станут непревзойденными для тебя. То есть ты своего максимума сможешь достичь только в том случае, когда ты не ставишь планку, но искренне предан самому процессу. Это такая немного... Совмещать можно. Но йоги говорят, если ты совмещаешь, например, стремление к результату с процессом, то тогда ты фокусируешься на результате. Наше сознание так направлено. А если ты фокусируешься на процессе, то тогда ты, начиная понимать свое тело, становишься более эффективным в том, что ты делаешь, и у тебя результат автоматически растет. Ну, это такая дискуссия. Я не хочу навязать вам идею того, чтобы вы не фокусировались на результате, но я просто говорю тем, кто хочет сделать эксперимент, попробуйте это сделать, то, о чем я говорю. Я вам могу сразу сказать, что первые полгода, год, может быть, у вас результат даже начнется снижаться. Может быть, даже вы начнете раньше сходить с дистанции. Например, вы поставили перед собой цель пробежать 20 километров на этом марафоне. Вы побежали, вы прислушиваетесь к своему организму, и вдруг вы поняли на 7-м километре, что у вас клинит колено. А вы сходите с дистанции, но если бы вы были нацелены на результат, вы бы добежали эти 20 километров. Но вы сошли, вы сделали упражнение, подготовили свое тело, и на следующем уже забеге вы бежите гораздо больше, учитывая эту слабую сторону. На следующий раз вы побежали, поставили цель 20 километров, но слушайте себя. Вы бежите, на 13-м километре у вас что-то произошло уже не в этом месте, потому что оно уже укреплено. У вас что-то здесь заболело. Вы поняли, следующее слабое звено – это там. Если вы настроены на результат, то когда вам станет больно и плохо, но вы же настроены все-таки быть. Послушайте, я пробегу.
и даже никто не поймет, что мне было плохо, то в этом варианте вы сейчас получаете результат, но если смотреть дальше, то вы не сможете никогда достичь того результата, который бы вы могли достичь. Но это чисто мой маленький очень опыт. Просто разве кого есть люди, кто за беги бегает, какие-то соревновательные, не терпит боль? Не терпит боль? Да. То есть если бежишь, то в любом случае более-менее какую-то скорость. Знаете, один человек, с которым я занимался не так давно, вот этот марафон был в Москве, он спрашивает меня: ну что, Серег, побежали? Я говорю: слушай, мне просто стыдно будет, вот 42 точно не пробегу. Он говорит: ну я вот чувствую, что это последний мой забег в этой жизни, я все-таки его попытаюсь сделать. Я с ним занимался, я ему пытался передать какую-то идею, потому что у него действительно были травмы в ногах, и я понимал, что у меня не хватает ресурсов сейчас вот тебе ее в полной мере залатать. И потом, когда мы созвонились уже, я спрашиваю: ну что, ты еще жив? Марафон пробежал? Он говорит: слушай, вот как ты просто вот в воду смотрел? Вот на втором километре, то есть, заболело. Но мы ему до этого все-таки поставили, то есть там какие-то такие, знаете, что называется, тейпы. И потом тейп стал работать. Он пробежал еще 34 километра без боли. А потом опять заболело. Ну, конечно же, то есть, если вы вот грамотные люди, то вы понимаете, что боль не ушла, просто-напросто процессы чуть-чуть затормозились. Теперь мы с ним восстанавливаемся, зато у меня много работы. Чему я несказанно рад. Вот. Вы в конце будете все довольны, поверьте мне. На результат нужно ориентироваться, но в дальней перспективе. А сейчас нужно очень хорошо уметь слушать свое тело. Итак, давайте рассмотрим такое распространенное заболевание у бегунов, как плантарный фасциит. У кого-нибудь болят стопы, когда вы бегаете? Есть такая тема, да? А такое бывает, когда вы вот поспали, с утречка встаете с кровати, и так не очень так тянет на стопах. Вот если у вас есть этот признак, могу вас поздравить, у вас плантарный фасциит. Если бы вы не очень сильно стремились к результатам, а потихоньку работали сначала над телом и постепенно наращивали, такого бы не произошло. Это моя теория. Что говорят йоги про это? Все до банальности просто. Вот видите, это у нас плантарная фасция, такая беленькая, да, здесь? Вот. Как правило, вот в этом месте, в районе пятки, она начинает у нас ныть, ну, потому что мы бегаем, да? Там пятка прессует асфальт. Вот эта вот фасция у нас, вот эта связка, она переходит на пятку, огибает пятку и переходит куда? В ахиллы. Ахилловые сухожилия. Итак, почему же он возникает? Все гораздо проще. У нас есть две мышцы, напрямую связанные с ахилловым сухожилием. Это икроножная мышца и это камбаловидная мышца. Когда человек бежит, ну, может быть, вы чувствовали, что вот как вы пробежались, вот такое ощущение, что икры забитые. Ну, помяли там немного, потрогали их. Вроде бы все нормально. Вроде бы не так уж и забиты, вот как рассказывают, мышцы забиты. Но там есть некоторые нюансы. Там есть волокна этой мышцы, которые могут не просто вот тут камень, а там просто какое-то волокно в икроножной мышце, оно может забиваться. И переходя в ахилловое сухожилие, через ахилловое сухожилие натягивает всю плантарную фасцию.
И когда вы бежите, вы уже бежите не просто на плантарной фасции, а на натянутой в плантарной фасции. У нее там меньше движения для стопы, потому что стопа же пружинит, когда вы бегаете, правильно? И представьте себе, теперь вы вот этот вот плантарную фасцию натянули и продолжаете на нее бегать. Другими словами, растягиваете фасцию. А сухожилия, они не рассчитаны на то, чтобы их тянули. Они рассчитаны на то, чтобы удерживать мышцы при сокращении. И таким образом возникает это болевое ощущение. Что йога предлагает нам как метод профилактики? Готовы сейчас к практическим упражнениям? Отлично. Значит, смотрите. Камбаловидная мышца у нас находится под икроножной мышцей. И камбаловидная мышца, она прикрепляется, переходит в ахилл, и сверху она под коленями крепится вот здесь, вот к этим костям. Да? А как вы можете потянуть камбаловидную мышцу? Это не как с камбалой, не связано? Она похожа, что на рыбу? Она похожа на рыбу, она такая вот. Смотрите. Кто-то пытался тянуть таким вот образом камбалу? Видели такие упражнения, да? Чувствуете, да, тянется вот? Тянется там. Камбала точно тянется, да? До тех пор, пока икроножка не вытянута полностью, вы до камбалы не доберетесь, потому что икроножная мышца, место прикрепления здесь сверху. Поэтому все эти упражнения, которые вы будете делать вот таким вот образом, да, или вот так вот, это все будет, ну вот так вот на земле, это все будет вытяжение икроножной мышцы. Это тоже хорошо. Но сначала нам нужно вытянуть камбаловидную мышцу, потому что, как правило, бегуны почему-то не знают про нее и как ее вытянуть. Простой очень способ, но очень жесткий. В смысле, для неподготовленных. Поднимается левая нога, захватывается стопа и просто натягивается. Я думаю, что если вы левую потянете, то в правой уже не будет необходимости, поверьте мне. Ну, левый, правый где-то так. Угадайте, а что у меня здесь? Поребрик. Бордюрчик, его я своего брата послал, говорю, пойди там по стройке пошляйся, найди какой-нибудь кирпич. А то тут у бегунов не хватает пропсов. Просто ставится вот таким вот образом стопа. Всем видно, куда мне? Слава богу, я йог. Вот таким вот образом, понимаете, да? Под носок. Это я сейчас его поставлю на пол и так сделаю. И теперь носок, когда, особенно на краешек бордюрчика, и просто-напросто сгибаете колено и вперед ногу. То есть бордюр тоже камбала тянется, да? Вот камбала только от бордюра тянется. Тогда вопрос. Она, смотрите. Да, и вставание второй ноги, это и есть то же самое. Это другой вариант. Вот, вариант без бордюра. Стен больше, чем бордюр. Да. Обнимать стенку. Это работает. Вот это работает. Согнутая будет камбала. Икроножка не тянется. Другими словами, зачем мы выключаем икроножку из работы, сгибая ногу? Чтобы дотянуться до камбалы, понимаете? Потому что если камбала у вас находится в спазме,
то вы до нее просто-напросто не дотянетесь. Теперь вспоминайте, сколько времени нужно для мышцы, чтобы она расслабилась. Секунд 30. В нормальном состоянии, если у вас нет спазма в мышце, если у вас нет травмы, вы ставите мышцу, она сопротивляется, вы расслабляетесь. И очень важно не делать вот таких вот. Понимаете, да? Вот встали как танк и стоите, и ждете. И вы почувствуете, что тянется. Вы почувствуете такое не очень приятное натяжение, которое начнет перерастать в что-то приятное. И потом вдруг вы увидите, каким образом у вас нога начнет проваливаться еще дальше. Ну, у кого-то через 30 секунд, у кого-то через полторы минуты. Что происходит? Когда мышца напрягается через натяжение, у нее начинает отрабатываться энергетический ресурс. Потому что она сопротивляется. Я не собираюсь просто так сдаваться. Она сопротивляется, но поскольку часто вы это делаете после пробежки, она уже поработала не слабо. И поэтому после пробежки, когда у вас мышца горячая, вы поставили на бордюрчик или подтянули просто ногу вот таким вот образом, стоите, тянете, ждете, ждете, и потом вытянулась. Просто почувствуйте. И самое главное не выйти сразу, отдать какое-то время еще и потянуться уже в этом состоянии расслабления. Она удлиняется, волокна становятся более ровными, кровообращение улучшается в этой конкретной мышце, вымывается молочная кислота, ресинтезируется обратно в печени уже. Иначе говоря, то есть там происходят вот эти вот динамические процессы, да, взаимообмена веществ. Это способствует не только быстрому восстановлению, но также восстановлению мышцы в ее длине. Сразу же не будет натяжения от камбаловидной мышцы на ахилловое сухожилие. И естественным образом не будет это выходить сюда. Естественно, что для икроножной мышцы, что мы должны сделать? Мы должны сделать почти что то же самое, только с прямой ногой. Ну, я не знаю, сможет ли кто-то из вас так сделать и расслабить. Постояли минутки две, почувствовали себя хорошо. Ну, я так пошутил, скорее всего, без подготовки это не получается. Но есть другое очень хорошее средство, которое не только будет вытягивать икроножную мышцу, но и заднюю поверхность бедра. Да? Это просто вот вы наклонились, захватили себя за кроссовки, расслабили при этом шею, которая напрягалась в беге. Знаете, у меня пришла идея. Чтобы вам всем просто видно было. Я просто не уверен, что я здесь устаю. При всем своем йоговском навыке. И просто наклонились, потянулись. У некоторых растяжка и так хорошая. Носочки на себя. И потянулись еще больше. У некоторых это будет такой вариант. Будьте реалистичны. Смысл не в том, чтобы ниже опуститься, ниже наклониться, а в том, чтобы потянуть заднюю поверхность ног, в первую очередь икроножные мышцы. А? Носки необходимо поднимать тем людям, у которых легко происходит наклон, и в противном случае у них не тянется ничего. Также носки необходимо поднять в том случае, когда вы хотите поставить акцент конкретно на икроножных мышцах. Особенно если вы пробежали и вы чувствуете, что они у вас подзабились. А мы еще вернемся к икроножным мышцам в других проблемах. И вы поймете, что это не просто вот мы пытаемся избежать этой проблемы. Там все проблемы будут связаны. Просто у кого-то это пойдет в плантарную фасцию. А чем чревато, если вы не будете правильно вытягивать камбаловидную мышцу, икроножную мышцу при вот этой вот проблеме? Это чревато тем, что сначала у вас будет просто-напросто вот в этом месте боли.
Особенно, когда вы будете вставать с утра, или, например, вы посидели с друзьями где-нибудь в кафешке, там, 2-3 часа в пятницу вечером, потом встаете так, ух, и чувствуете свои пятки, и думаете, хорошо побегал. Может быть, хорошо побегали, а может быть, у вас развивается плантарный фасциит. Вот. Понятно, да? Таким образом, в физической подготовке у вас не будет уже этой проблемы со временем. Но если вы не обратите на это внимание, на физическую подготовку, то тогда вот эта жидкость, которая будет там появляться вследствие воспалительных процессов, со временем начнет кальцифицироваться и откладываться в виде солей на пятки. Слышали такое явление, как пяточная шпора? Вот это вот следующий этап уже после вот этой вот проблемы. Да, именно нарост. Вот здесь, кстати, пяточная шпора уже показана. Это, как правило, не в юности, а вот уже ближе там к дету за 40. Может уже появиться. С этим все ясно? Еще вопрос. Вы говорите про задействование головы и ножки. Да. А если сама стопа слабая, то есть нет мышц? Хороший вопрос, спасибо, что задали. Что такое подготовленная мышца для бега? Она должна быть растянута, у нее волокна должны правильным образом двигаться друг отношении друга, и при этом она должна быть очень функциональной. То есть если человек, как мы говорили с вами, 40 лет не занимался ничем, и потом вдруг решил заняться своим здоровьем и побежал на марафон, скорее всего, он даже 10 километров не пробежит, он просто-напросто упадет. То есть его мышцы не способны будут вынести эту нагрузку. Поэтому существуют дополнительные формы практики. Я уверен, что, скорее всего, бегуны этим занимаются. Я имею в виду про ваше место. Но вот мои друзья, которые также занимаются йогой, и они также дополнительно укрепляют их. Некоторые люди говорят, ну, ты же бегаешь, мышцы крепкие. Ну, если мышцы крепкие и функциональны, то тогда тебе не нужно их укреплять. Но если у тебя возникла проблема, означает одно из двух. А чаще бывает и то, и другое сразу. Либо они у тебя недостаточно крепкие, либо они у тебя недостаточно эластичные. Следующая проблема – это тендинит ахиллового сухожилия. У кого болят ахиллы из бегунов? Есть такие? Ох. Билет в первый ряд. Смотрите, ахиллы, как правило, страдают из-за икроножек. То есть там даже так сильно камбала может не участвовать, как икроножка. Поэтому то же самое решение, да, вытяжение икроножных мышц. Идем дальше. Кто спрашивал, что такое камбаловидная мышца? Девушка, вот здесь вот камбаловидная мышца. Вот это вот одна головка икры, вот это вторая. Я думаю, это, конечно, небольшой стёб. Уж больно на что-то другое похоже, но вот, чтобы создать какую-то такую ассоциацию, вот эта икра, а это камбала. И мы и то, и другое тянем, чтобы у нас не было плантарного фасциита и проблем с ахиллами. Вот смотрите. Это я спер у Владимира Демченко. Знаете его? Знаете. Мы с ним смеялись, когда сидели, обсуждали разные темы. Ну, знаете, так чисто по-дружески. Представляешь, вот столько проблем. Люди думают, что у них проблемы с коленами, ходят, МРТ там делают, там деньги такие платят. На самом деле у них просто-напросто вот связки подвоспалились. Вот понимаете, вот бегали, мышца напряглась, и вот так вот получилось. Вот эти все проблемы мы сейчас с вами по-быстрому посмотрим, и что для этого нужно делать. Да? Итак. Колено прыгуна – перенапряжение связок надколенника. О-ля-ля. Вот здесь вот под коленом бывают боли.
бывает по центру, да? Если вы очень внимательны и не настроены на результат в беге, вы также поймете, что иногда это бывает справа, а иногда это бывает даже слева. Понимаете? И из-за чего, то есть вот эти вот проблемы возникают? Все банально просто. Мы когда бежим, у нас работают наши квадрики, квадрицепсы. И когда забивается, например, вот эта вот внешняя часть квадрицепса, она естественным образом укорачивается. Вы иногда можете чувствовать, как она в таком вот тонусе пребывает, да, когда вы бежите. Вот именно эта часть. И эта укоротившаяся мышца, куда она будет тянуть? Она будет тянуть над коленек выше и натягивать больше левую связку, нежели правую. Понимаете? Если у вас колено прыгуна с левой стороны, с внутренней стороны, что вам нужно лечить? Внешнюю сторону квадрицепса. Как мы его лечим? Мы же бегуны. Правильно, растягиваем. Самый простой способ растянуться, когда вы пробежали, вы чувствуете, что у вас колено заболело. Какой вариант? Очень простой способ, как вы часто любите делать. В чем ошибка? Не нужно дергать. Почему не нужно дергать? Мышца напрягается. Мы ее отвели, захватились за что-то, да, чтобы была устойчивость. Эта нога напряжена, потому что она нас держит. Эту согнутую ногу мы расслабили. Отводим назад. Доходим до того момента, когда она начинает натягиваться. Да? И после этого стоим и держим. Вопрос, ничего не делаем. Вот, то есть вот у меня такая штука, что я не чувствую. То есть боль есть, забилась там после велика, например. Там часа 2,5 откатал, у тебя прям чувствуешь, есть натяжение. Начинаешь ее натягивать. Вот как ты пока затянешь, нифига. У вас, скорее всего, вот здесь вот, да? Это другая проблема. Мы еще до этого дойдем. И вы поймете, почему вот тут вот не тянет. Потому что проблема не здесь, в вашем варианте. Но то есть и это не тянет. Она не должна тянуть. У вас же здесь колено-то велосипедиста. Вы, товарищ, не забегайте. Нет, а если колени не болят, ничего не болит, но не тянет вот так. Ну так поэтому и не тянет, потому что не болит. Имеется в виду, что не чувствуешь натяжение. Как вот, ну, вы показывали, да, когда наклонился вперед, там все сразу тянется. Да. А вот так, если ногу назад, то вообще не тянется. Ну, конечно, если не болит. Ну, выходите сюда, на стульчик. Не, я просто-напросто могу вам показать просто. Давай. Просто реально не тянется. Смотрите, вот это вот. Так. Отлично. Смотрите, как тебя зовут? Костя. Костя, отлично, повернись сюда. Вернулся. Смотрите, Костя, подождите, держит пятку у ягодицы, держит... Нет, зачем отводить? Отводить не надо, ты колено отводи. Колено отвожу куда? Назад? Назад, да. Нет, пятку не отводи, колено отводи только. Сейчас, я просто не понимаю. Давайте. Оп. Колено назад? Да, колено назад отводи. Отлично. Ну, как бы, то есть мне надо найти на улице человека. Ну, потому что сейчас даже недоволен. Просто понимаю. Хорошо, Костя. Костя. Может быть, нет, ну, может, подходи. Нет, ты не ошибка природы. Попробуй сейчас сделать вот таким вот образом. Нет, я как бы уже вижу, что по конструкции это не мой вариант, но я понял, да. Нет, мне нужен упор для колена, правильно? И тогда я могу условно приседать. То есть я сейчас делал, ну, 85% случаев людей, когда они прижмут пятку к ягодице и отведут ногу, они потянут на натяжение. Но есть уникальные случаи, когда, то есть, нужно чуть дальше отвести. И дальше я, честно говоря, вот, например, отвяжу, и у меня тянет. Я, ну, сомневаюсь, что у тебя растяжка больше моей. А считаю, что всем лучше с упором и отводить назад. Иначе не будет вся мышца, а только передняя. Вы фиксируете пятку у ягодицы. Не отводите, потому что если вы будете отводить, тогда вы будете работать на мышцах спины уже. Да? И причем вы их будете напрягать.
и вы будете другую проблему уже решать. И, кстати, она тоже будет благоприятна для бегунов, но это больше для велосипедистов. Например, есть такое упражнение в йоге, да? Там простое очень для выполнения, но это уже не на натяжение этого. На натяжение этого я вам показал из положения стоя. Вот. Оно болит-то потому, что вот вы когда начинаете отводить, это начинает вытягивать. Очень хороший вопрос. Что делать, когда болит колено? Обязательно вот это делать. Но как? Как мы это делаем? Важный момент, что когда вы начинаете работать со своим телом, вы должны дойти до болевого ощущения, дойти к боли, но не переходить порог боли. Когда вы будете стоять в таком болевом состоянии, вам будет казаться, что мышца ваша даже не вытягивается. Это просто ощущение, что не тянется. На самом деле, если здесь будет боль, это уже означает, что эта мышца натягивает над колени. И вы стоите, ждете, когда она отпустит. Если у вас уже есть травма, то лучше это, может быть, даже делать в каких-то таких сидячих вариантах. Например, вы садитесь, скажем, на диван, одну ногу спускаете, другую ногу вот так вот на диван ставите и находите комфортное состояние, доходя вот до этой боли. И сидите, я не знаю, смотрите телевизор, общаетесь со своей супругой там или, не знаю, чипсы кушаете. Вот. Сидите, расслабляетесь. Наступает такой момент, в зависимости от запущенности, когда эта мышца расслабляется, она не может больше сопротивляться и удлиняться начинает. И как только эта мышца удлинилась, то считайте, что у вас прорыв. Вам нужно теперь в этом положении просидеть еще какое-то время. Не стремитесь сразу же уйти глубже. Сидите еще где-то полминуты, может быть, секунд 45. И отходите еще глубже в это положение. Еще дальше ее начинаете вытягивать. Колено опять может начать ныть. Вы как только дошли до этого момента, опять расслабились. Иначе говоря, вам необходимо восстановить функцию внешней поверхности квадрицепса, чтобы оно не натягивало колено. Понимаете, да? И у квадрицепса есть разные головки, да? Справа, слева, по центру. В зависимости от того, где у вас будет болеть колено, по центру, справа или слева, вам необходимо будет вытягивать разные стороны. И это регулировать очень просто. Например, если я хочу латеральную поверхность бедра вытянуть, квадрицепса, внешнюю, извиняюсь за сленг. Вот, я беру так ногу, отвожу ее в сторону, то же самое касание коленки, и отвожу уже больше вот так вот. Понимаете, да? То есть, если я хочу больше поставить акцент на этом, я просто-напросто стопу повернул и отвел. Можно другой вариант. Найти то положение, поставив стопу. Ща. Ну, то есть, типа такого что-то, понимаете? То есть, акцент я ставлю вот именно на внешней стороне квадрицепса. Вытягиваю. Есть куча разных вариантов, как их можно дополнительно вытянуть. Я сейчас думал о том, чтобы вам дать инструменты, которыми вы могли бы пользоваться, да, после бега, чтобы у вас не было травм, когда вы почувствовали, что что-то уже пахнет паленым. Вот. Но есть другие упражнения, очень также эффективны. Они делаются с положения сидя, с положения там на корточках. Просто, не знаю. Я еще книги не написал. Вот, есть люди, которые, то есть, этим занимаются, вы можете попробовать пособирать, можете прийти на занятия. И да, кстати, я хочу сразу вам сказать, пока я помню этот момент, по поводу йоги. Точно так же, как не каждый бег ничем не отличается от другого бега, да, в разных клубах, точно так же не все йоги являются одинаковой. То есть, если вы пойдете заниматься йогой, это не факт, что вам не станет хуже. Это тоже вы должны понимать момент этот. То есть, если человек, с которым вы занимаетесь, понимает ваши потребности или не понимает,
есть просто занятия в клубах, где у людей нету понимания этих вопросов, они могут вас травмировать. Они даже не могут понять, что мышца начинает расслабляться только где-то через 30-40 секунд, прежде чем она будет вытягиваться. Вы даже не успеете ни одной мышцы вытянуть на целом двухчасовом занятии по йоге. То есть там будет стретчинг напряженных мышц. И таким образом вы будете просто дергать за свои сухожилия в местах их прикрепления. И результат этого будет что? У вас начнут связки тянуться, а не мышцы, которые вы хотите вытянуть. Что же делать, чтобы не попасть в такую ситуацию? Вам для того, чтобы хороший очень вопрос, для того, чтобы не попасть в ситуацию, вы можете, например, если вы пришли в какой-то йога-клуб, задать вопрос простой, кто проводит занятия, там, познакомиться с преподавателем и сказать, я вообще-то занимаюсь бегом, вы не могли бы мне вот подсказать, как мне быть? Он скажет, конечно, могу. Конечно, может. И в зависимости от того, что он вам скажет, то есть вы сразу же можете понять. Потому что, ну, представьте себе, если вы не занимаетесь бегом, а сидите большую часть дома, ничего не делаете, вам как таковая растяжка сильно не нужна. Вам нужно больше укреплять мышцу. Ну и подтягивать ее, чтобы она не забивалась. Да? Это одна будет специфика. Если вы бегун, и вы и так уже напрягаете свои ноги постоянно, то тогда вам необходимо будет правильно растягивать. И причем на таком спокойном, плавном вытяжении. Если вы бы ко мне подошли и спросили, я бы задал вам такой вопрос, а у вас какая задача их закачать или сделать так, чтобы они не травмировали, например, колени, там, ахиллы? Понимаете, то есть это две будут разные тактики. Поэтому не все занятия по йоге могут быть благоприятны для бегунов. Это просто я вам заранее говорю, чтобы вы понимали этот нюанс. То есть, что если вы хотите тянуть мышцы, их нужно тянуть в определенных принципах. То есть это длительная фиксация на расслаблении. Да? И потом, после того, когда вы зафиксировали, вытянули, очень хорошо сделать небольшое силовое напряжение. Но после бега в этом нет необходимости. Скажем, если вы просто работаете сейчас на растяжку, то тогда, я не знаю, там, вы ее вытянули, после этого там, постояли там, немного с согнутой ногой. Да? Опять загрузили квадрицепс, и он напрягся, но он уже растянут. Если вы не давали ей нагрузку, если это не после бега, то тогда, когда вы вытянули мышцу, она вытянулась, после этого вы хотите, чтобы она не потеряла свою функциональность. Знаете, есть такие... Вот знаете, есть такие люди, которые либо большие, либо умный. Встречались с таким феноменом? Дело в том, что гормон роста, он также отвечает за развитие мозговой субстанции. Вот. И когда человек прекращает свой рост, то есть это когда у него происходит, скажем, раннее половое созревание, больше на развитие головного мозга уходит. Ну, это по-простому сказать. Вот врачи вам объяснят это гораздо более глубоким образом. Либо, то есть, человек, он немножко запоздал, и он продолжает расти. Вот. Вот так же часто бывает у нас человек либо растянутый, да, как женщина, так. Я растянутая, гибкая. Либо сильный такой. Он может удар держать, понимаете? Если у него ударят, у него не будет так. Ну, понимаете, да, о чем? Вот мы хотим, чтобы у нас было и растянуто, и при этом все четко, сильно. Поэтому, когда мы растягиваем без нагрузки, то тогда мы чуть-чуть подгружаем ее, чтобы она не забывала, что еще нужно напрягаться. Вот, идем дальше. Так. Расколотая голень. Вот здесь вот болевое ощущение бывает с этой стороны. Ох уж эта голень, да? Вот здесь вот с этой стороны, с внешней стороны, она просто-напросто болит. Что происходит? Происходит очень простой феномен. Задняя большеберцовая мышца и передняя большеберцовая мышца, они просто спазмируют.
они начинают натягивать надкостницу с этой стороны. И эти нервные рецепторы, которые там присутствуют, они сигнализируют, что бобо. Сделать, решить эту проблему, каким образом вы можете? Очень просто. Подворачиваете таким вот образом стопу. Всем видно, да? На этой самой, на асфальте. И просто стоите, тянете. И она начинает вытягивать у вас эту мышцу. Следующий момент, после того, когда вы эту мышцу растянули, очень важно на нее дать опять нагрузку. Вот так подвигать стопу. И причем не один раз, не два раза, так раз 20-30, пока вы не прочувствуете ее. После бега вы и так ее будете чувствовать, в этом нет необходимости. Но если вы хотите, чтобы у вас не было проблемы, синдрома этой расколотой голени, то тогда вы делаете сначала вытяжение. Я не знаю, хотите вот эзотерический вариант, йоговский такой. Вот так вот на ребра стали. Всем видно? Да. Не потом так. Сначала по чуть-чуть, потом еще ниже, чтобы не навернуться, можете захватиться за что-то. Да? Таким образом приседаете, вытягиваете вот эти вот мышцы, они становятся длинными. Для того, чтобы, приседать мы начинаем уже позже. Сначала нам нужно их вытянуть, да? Чтобы они сбросили свой спазм. Но для многих людей, особенно у которых запущена проблема, для некоторых людей, у которых запущена проблема, вы просто-напросто набрасываете ногу вот сюда вот, поворачиваете стопу и чувствуете здесь вытяжение. Всем понятно, да? И теперь смотрите, вы не просто можете стопу эту держать, а еще натянуть ее на себя пальцами. И таким образом у вас, в зависимости от того, в каком месте у вас вот это вот болевое ощущение, либо выше, либо по центру, либо ниже сюда уходит, да, вот этим движением стопы, либо больше на себя, либо больше от себя, вы регулируете, чтобы ощущение приходило в точности то место, откуда у вас идет болевое ощущение. И когда вы нашли эту точку, но это вы можете поиграть сами дома, в зависимости от того, как вот вы поставите ее, находите натяжение вот в эту сторону. Это будет сначала не очень приятно, а потом вы начнете балдеть. Это будет настолько по кайфу, что вы даже не представляете. Подумайте, боже мой, я такое ощущение, как будто я родила. Я не знаю, с чем это у мужчин сравнить просто. Как будто бы сбросил вещь-пакет, пробежав марш-бросок. В армии были? Вот такое вот ощущение, знаете, вот релиза такого, расслабления. Понятно, да? Подвернули стопу, и в зависимости от того, как мы повернули стопу, нашли это место и вытягиваем. После того, как мышца вытянута, если вы не бегали, мы ее укрепляем. Опять двигаем туда-сюда стопой. И вот когда вы сюда будете во внешнюю сторону сгибать стопу, вы будете чувствовать опять здесь же вот это вот привычное для вас натяжение, от которого вы только что избавились. Вы прямо прочувствуете, что это именно оно. И потом опять в конце вытянули, она уже гораздо быстрее выйдет у вас из состояния спазма после этого упражнения, но вы уже точно будете знать, где ваша проблема. Либо вот такое есть упражнение еще тоже хорошее для стопы. Что-то я много вам упражнений стал давать. Скорее всего, я вхожу в мут занятия по йоге. Да, вот в бабочку вы сели, и так стопки на себя натянули, пальцы к себе. И вот вы почувствуете вот здесь вот эти натяжения. А? Все очень просто. Принцип, что мы не дергаем, он везде, правильно? Точно. И
И всегда 30 секунд. Ну, понимаете, вы... Или вот до этого волшебного ощущения. Вот вы когда почувствуете это волшебное ощущение хотя бы раз, связанное с вашей проблемой, у вас уже никто не обманет, включая ваш ум. Вот, то есть вы поймете. Еще этого не произошло. Мне очень неприятно, но будем честны, этого еще не произошло. И я вам скажу честно, когда я провожу занятия по йоге, самый основной момент – это научить человека слушать свое тело и быть честным по отношению к тому, что в нем происходит. Да, и вот когда вот оно случается, это вот то. Вы ни с чем его не спутаете. И бывает иногда так, что ну, вы не совсем можете понять, где ваша проблема. Иногда нужна помощь просто того, у кого больше опыта. Кто может вас подойти, там, ну, скажем, ну-ка, у вас там колено болит, да? Случаем не здесь, вот, не в этом месте. Ну, вообще-то в этом. О, слушай, у меня есть идея. Давай поработаем. Понимаете, да? Как я догадался? Я просто подыграл, вообще, да. Спасибо. С этим разобрались? Идем дальше. Так. Синдром илиотибиального тракта. У кого-нибудь болит колено, когда вы бегаете с внешней стороны? Болит. Вот я вам скажу честно, вот это одна из самых распространенных проблем с бегунами. Это золотое дно для таких людей, как я. Бегайте больше. И самое главное, не приходите на занятия по йоге. Потому что, когда вы приходите на занятия по йоге, даже к такому крутому специалисту, как я, вы, ну, не заплатите больше, чем, я не знаю, там, 1500 рублей уж точно. Ну, а то и 1000. А то и 650, если с утречка припрётесь, да? Но вот, если вы, у вас уже есть эта проблема, я с радостью вам помогу решить ее. Но это индивидуальное занятие, брат мой. Это уже целых 5. Понимаете? Так что бегайте, продолжайте. То есть это я люблю эти проблемы. И Владимир, кстати, тоже он их любит. Вот. То есть понятно, да? То есть вы либо ее решаете до того, как она произошла, либо когда она произошла, вы начинаете с ней работать. Если вы с ней не начнете работать, вы не будете знать, куда от нее деться. Вот. А суть этой проблемы очень простая. Мы, когда стоим в пространстве, у нас есть 2 стабилизатора, ну, основных, особенно при беге. Это напрягатель широкой фасции, скажем так, это мышца, которая вот здесь вот. Да? И средняя ягодичная мышца, это вот здесь вот сзади, с верхней части этой задней булки. То есть, когда вы... А вот эта вот мышца, она отвечает за то, чтобы вот так вот ногу отводить в эту сторону. Средняя ягодичная отвечает за то, чтобы отводить ногу в эту сторону. Да? Среднее движение – это и эта мышца, они напрягаются, и отводится нога в бок. Когда мы бежим с вами, мы же пытаемся все время равновесие держать, особенно по пересеченной местности, правильно? И вот вы бежите, вы этого не замечаете глазом, но у вас постоянно тело ищет вот этот вот баланс равновесия. Мы сознательным образом этого не замечаем, потому что нам нужно добежать, то есть десятку, понимаете, выбежать из 33 минут. Я когда к десятку последний раз пробежал на время, это было уже давно, на 34 минуты, я вот подумал, вот хотелось на 33, вот только 34, такой плохой результат. Уже который раз ее приходится повторять. И заболела. Я думаю, почему болит? Странно, почему болит? Ты бежишь, ты думаешь о другом, то есть ты не думаешь уже о том, что у тебя что-то здесь не так. Да? Решение, смотри, к чему это приводит? Вот видите, вот эта мышца, напрягатель широкой фасции, ну здесь я не знаю, почему они кружочек этот поставили, вот этот напрягатель, сама мышца, которая сокращается, она натягивает вот это вот сухожилие, видите, такое длинненькое. И она прикрепляется здесь под коленом. Почти что с внешней стороны колена, но чуть-чуть дальше проходит.
Тут есть, вот если вы пощупаете правое колено, или левое, я не знаю, какое-нибудь, здесь есть две косточки. Первая — это мыщелок с внешней стороны, а дальше это уже косточка, место прикрепления вот этого вот сухожилия. И когда вот эта мышца, которая пыталась стабилизировать вас в процессе бега, чтобы вы поймали это равновесие, когда она перенапряглась, она спазмирует, сокращается. И что она делает? Она аккуратненько, мягко натягивает вот все это длинное сухожилие, которое прикрепляется здесь. Сухожилие уже как на стопе, да? Оно не так уже болтается, что у него есть люфт, а здесь уже натянуло. И теперь он трется об этот латеральный мыщелок коленный. И когда вы бежите, например, 3 километра, 5 километров, может быть, он не так уж и сильно будет натирать вам. Но когда вы будете бежать, я не знаю, там 10-15 уже километров, то знаете, всему есть свой предел. И если вот у вас эта мышца забита, спазмирована, либо вы неправильно с ней занимаетесь, даже пытаясь вытянуть, я честно вам скажу, не встречал таких бегунов, кроме себя и еще пару друзей, с которыми мы общались на эту тему, и которых я обучал, чтобы они умели вытянуть вот эту вот мышцу. Она вытягивается очень просто. Нога отводится назад. Ну, я не знаю, представьте себе, что здесь там подоконник, да? Я встаю на подоконник, поворачиваю эту ногу стопой внутрь, да? И начинаю приседать, и здесь начинает тянуться. Вышел в момент такое преднатяжение, либо я сделал это на полу, присев на пол, ну, есть там разные положения. Что нужно, это чтобы вот эта мышца натянулась, да? И после этого расслабляем и ждем. Те же от 30 секунд, у каждого будет по-разному, но она начнет свое вытяжение. Когда она начнет свое вытяжение, тогда вы ждете, она начнет удлиняться, она начнет становиться горячей. Вы прямо, то есть, будете чувствовать эти не очень приятные ощущения, а потом такой наступит момент, знаете, вот, ну, не очень культурно это сравнивать. Ну, в общем, станет очень вот кайфово, приятно, вот, и вы поймете, что вы сделали то, что нужно, вот, туда, куда надо, понимаете? И вот вы еще потянули ее какое-то время, она сразу же ослабляет натяжение вот этого вот сухожилия, и вы, когда побежите, у вас уже там не будет болеть. Хотя вы ничего не сделали. Кто-нибудь из вас знаком с кинезиотейпированием? Да, вот эти вот пластыри для бегунов, они очень полезные, там для хоккеистов их ставят. Очень эффективная штука. У меня всегда была такая вот, знаете, блин, на себя что-то лепить, там клеить, кому-то идти. Ну, не очень приятно, да? Иногда бывает. А бежать надо, а ничего не сделаешь. И что они вам делают? Вытягивают вот эту вот штучку беленькую чуть-чуть ниже или чуть-чуть выше. На самом деле это даже не важно, куда, выше или ниже, в тот бок, в этот бок, не важно. Самое главное, чтобы терлось уже в другом месте. Вы бежите, и вам уже не больно. Понимаете, по крайней мере на 2-3 марафона хватит. Через какое-то время вы ставите кинезиотейп так же, как вы обычно ставите, бежите, и опять заболело. Вам предлагают, ну ты сними, вдруг будет лучше. Вы сняли, там уже в другом месте зажило, и бежите, и все нормально. Хуже, когда вы слишком часто бегали, и теперь и в этом положении были, и ты в этом положении были. Нужно тянуть в другое место, где еще не натерли, понимаете? Ну, то есть как, мы можем решать проблему на уровне веточек, листочек, а можем просто идти в корень, да? Это работать с этой мышцей. Но поверьте мне, это всего лишь пол корня, да, что мы ее вытянули. Другой момент – это то, что вы же продолжаете стабилизировать корпус, когда бежите. Очень немногие люди, которые знали, что эту мышцу нужно тянуть, чтобы здесь в колене не болело. И они в действительности немного решали эту проблему. Но стабилизация этого корпуса продолжается, и она опять уходит в спазм. Они опять ее тянут, она опять уходит в спазм.
Они опять ее тянут, она опять уходит в спазм. Что такое? Ну, хорошо, ну поработали, ну месяц поработали, ну два поработали, ну полгода поработали. Она продолжает все выпадать у вас и выпадать. А все дело-то в том, что у нас-то еще средняя ягодичная мышца, которая отвечает за стабилизацию, когда вы бежите. И поскольку она не очень сильная, она просит помощи у нее. Они как синергисты. Поэтому задача, чтобы решить эту проблему с коленом, заключается в том, чтобы укрепить вот эту вот мышцу, среднюю ягодичную мышцу, чтобы она была настолько сильной, что будет стабилизировать ваш корпус в пространстве. Понимаете? То есть если вы уберете с напрягателя широкой фасции эту функцию стабилизировать в пространстве, у вас будет достаточно сильная средняя ягодичная мышца, чтобы выполнять эту функцию, то тогда она не будет перенапрягаться при беге и не будет натягивать это сухожилие. Это понятен момент? И другой важный момент, когда у вас есть эта проблема, если вы диагностировали ее у себя, это очень важно сначала с ней поработать, укрепить среднюю ягодичную мышцу. Кстати, как она укрепляется, понимаете, да? Какое она движение у нас делает? Назад. Вот так вот, назад. Но когда вы ее прямую ведете, вот этот напрягатель широкой фасции, он тоже ведь сюда прикрепляется. И он тоже начинает держать эту ногу, когда вам станет тяжело. Подсгибаете чуть-чуть ногу, отводите назад и держите. Если у вас мышцы поясницы слабые, что скорее всего, вот. А я просто вам логику показал, да? Вы ложитесь на пол, сгибаете ногу, стопу поворачиваете внутрь и отводите немного колено так назад на полу. Вот читайте, это пол, я лежу на полу, и вот что я сделал. Все поняли? И когда я лежу на полу, мое пузо на полу, здесь нет перенапряжения в поясничном отделе, начинает включаться именно средняя ягодичная мышца. Понятно? И таким образом, когда она становится сильной, она начинает стабилизировать ваш корпус все больше и больше в процессе бега, и таким образом не спазмирует напрягатель широкой фасции. И колено перестает болеть. И вы постепенно наращиваете планки дистанцию. Работает? А? Планки работают? Вы про эту? Да. Ну, там будут чуть-чуть работать и не средние ягодичные, а большие ягодичные. Средние там вообще будут просто курить бамбук. Так что, то есть даже не пытайтесь. Но если у вас есть эта проблема, то тогда вам необходимо делать утром, днем, вечером по 5 подходов и как можно дольше. Потому что средняя ягодичная мышца достаточно сильный стабилизатор, там много массы. И поэтому ее нужно отрабатывать. Приседания, другие мышцы включаются, вы будете квадрицепса. Кстати, при приседании тоже хотел вам сказать хорошие вещи. Напомните мне в конце, ладно? Кто сказал про приседание? Кто про приседание? Вы. Напомните мне, хорошо? Если доживете до конца. Подход — это минутки две, да? А? Подход — это сколько? Подход — это пока у вас она держит. Что вам нужно сделать? Вам нужно отработать полностью энергетический ресурс. Если у вас они и так уже мощные, это означает, что у вас эти тоже мощные, у вас масса такая тоже, ну, вот такой очень спортивный. Можно брать утяжелители. Если вам слишком нуторно, там, я не знаю, там полфильма уже прошло, вы все еще ее не закислили, понимаете? Но есть, конечно же, другие варианты с приседаниями. Есть, например, такое упражнение. Носки в разные стороны. Понятно, да? Вот. И присаживайтесь. Вот это будет укреплять. Ки-подачи. Просто стучку стирать. Это тоже? Или мы сейчас говорим именно по укреплению этих? Мы сейчас говорим про средние. Мы сейчас не говорим про
просто коленки, это же, ну, нужно там делать условно. А, я расскажу немного про это. Я сейчас показывал исключительно на укрепители вот стабилизаторов корпуса в пространстве. Если вы их да, вы просто на полу, ну, ки-подачи, да, или по-йоговски рудрасана. И вот стоите. Стоите минутку, все хорошо. Стоите уже полторы, уже начинает жечь. Стоите вторую уже, то есть... Опять же, ощущение вот здесь, внешняя коленка. И здесь... Боль, вот, вот. Это называется синдром ИТБ. Или Iliotibial Band Syndrome. Вот такое вот сокращение. Это самое распространенное заболевание у бегунов. И его... Почему ваши покорные слуги любят это? Потому что их эти проблемы очень легко решать, чтобы не болело. Но такие люди, как я, если они, ну вот, не очень честны до конца, то есть они вам эту проблему фиксанут, у вас колено перестанет болеть, ну, или значительно будет чувствовать лучше в считанные минуты. Вы заплатите денежку, я знаю, что скоро еще будет марафон. И вы вспомните меня добрым словом после марафона, понимаете? А то, что я вам сейчас рассказываю, это фактически решение уже более в корне. То есть вы должны решить для себя, хотите вы профилактику эту ввести для себя, и если да, то тогда нужно просто брать и делать. И вы знаете, я вам сразу же скажу, что поначалу, то есть это как-то странно все выглядит внутренно. В некоторых случаях я рекомендую просто даже сходить на такой вот спецкласс, чтобы позаниматься. Вы позанимались раз, позанимались два, потом вам уже самим в кайф это будет делать дома. Серьезно. И вам уже не нужен будет никакой массажист, никакие вот мануальные терапевты. Просто сами будете делать. А вы, кстати, хочу сказать вот по поводу этого момента. Иногда помогает простой вот массажер. Хорошо, и колено не болит, да? Но это опять же решение поверхностного уровня, да? Вы вроде бы здесь раскатали, но спазм-то вы здесь не убрали, она все равно у вас сокращается и тянет это сухожилие вверх, понимаете? А чтобы это реально, то есть растянуть, я еще раз повторяю, она должна быть расслаблена и долгое удержание, когда вы не почувствуете, что она наконец-таки начала тянуться. И поверьте, что нету также одинаковых людей. У кого-то это возьмет, может быть, даже 5 минут, если у вас тело достаточно деревянное, и, может быть, проблема уже давным-давно у вас присутствует, вы просто двигаете ее пластырем в ту, в другую сторону. Вроде бы бегать можно. Но проблемы нужно решать. Знаете, в чем проблема, если эту проблему не решать? Или вот предыдущие, которые мы рассматривали. Они натягивают, натягивают, но это расстояние между бедренной костью и голеностопом, вот между этими двумя костями, она сокращается, понимаете? То есть просвет этот становится меньше. Когда просвет становится меньше, что это такое? Артроз. Артроз. Может перейти в острую форму. Называется это уже будет артрит. Я специально вам не ставил таких негативных фоток, чтобы вы поняли, что такое артрит коленного сустава бегуна. Но это вообще очень неприятное зрелище. Поэтому лучше, то есть, если вы хотите продолжать бегать и оставаться здоровыми, лучше вот заняться своим здоровьем в полной мере. Это я вам проповедую, если вы не поняли. Если сводит мышцу при растягивании, это значит, что я совершаю ошибку или это некая особенность, что надо там... Есть некоторые особенности по поводу сведения, то, что вы сказали, тоже хороший вопрос. Нужно выбрать правильное положение, потому что, например, она вас может сводить, потому что вы ее напрягаете и при этом пытаетесь тянуть. То есть мышцы не понимают, что ей делать, ей напрягаться или растягиваться, да? Это такое достаточно противоречивое состояние. Вот часто бывает так, когда вы в напряжении начинаете тянуть. И в напряжении, когда вы начнете тянуть, вы сразу же ее почувствуете. Но это не факт, что она тянется. Все проблемы вот в этих встречах – это проблема недостаточного времени, недостаточного методичности. Поэтому вы должны понимать, что если у вас она спазмирует, вы ее уже неправильно растягиваете. Почему? Не расслаблено. Правильно. То есть, когда она спазмирует, когда она
судороге находится, вы уже ее не можете растянуть с должным эффектом. Итак, синдром гусиной лапки, колено велосипедиста. Это, дорогой товарищ, ваша тут проблема. Все у меня очень каждая картинка. Я эту фотографию поставил сюда, ну не я, Света, чтобы вы поняли, что это называется синдром велосипедиста, колено велосипедиста. Но суть его заключается в чем? В том, что здесь приводящие мышцы, их три мышцы такие основные, да, приводящие бедро, они все крепятся в одной точке вот здесь вот под коленом, вот в этом месте. Понимаете, да? И когда человек бежит, это не такая уже частая проблема, но все же она тоже у бегунов встречается. Но у велосипедистов гораздо чаще. То есть точно так же, как у бегунов встречается вот эта проблема очень часто, то у велосипедистов очень часто встречается вот эта вот проблема. И это проверяется очень просто. Даже практически можно это протестировать сам себя. Вот хочешь протестировать, да? Вот. Ох, мне нравится. Становись сюда. Что нужно делать? Становись на стул. Так. То есть скажи, где у тебя болит, воткни туда пальцем. Где по-разному. Не-не, я вот здесь вот. Да, ну, не, ну я... Вот сюда, вот, пониже чуть-чуть, да? Вот в этом месте. Ну, да. Теперь давайте попробуем просто-напросто что сделать. Попробуем оттянуть вот эти вот мышцы, приводящие, да, вниз. Попробуй сейчас там потрогать колено. Изменились ощущения? Ну, сейчас вообще не пик боли, не знаю, но может быть. Ну, гораздо понятно. Лучше. И, то есть, что, я смотрите, я просто-напросто... Так, еще раз туда надавите, где вы давили, где было. Нет, это ты давил. Но понимаете, то есть человек иногда не понимает, то есть, блин, а где боль-то была? То есть, что мы сделали? Все, поймал, давите. Я ее поймал. Давай. Ну да. Понимаешь, да? То есть, вот. Вот эти вот мышцы, они как бы... спазмирует, когда человек бежит, то здесь один пучок, здесь другой пучок, здесь третий пучок. Я даже, честно говоря, не помню уже, как они все называются. Иногда так скучно про все это читать. Спасибо. Давить надо вот так там? Нет, не давить. Я вам просто показал еще раз наглядным образом. Займу свое коронное место. Я просто показал наглядным образом, как вот эти приводящие мышцы, которые входят в состояние спазма, они начинают сокращаться. Любая спазмировавшая мышца – это сократитель, да? Если они сократились, они натягивают сухожилие с этой стороны. И человек думает, блин, у меня колено вообще трындец. Наверное, мениск. Да, пошел делать МРТ. МРТ сделали, да нет, у вас все нормально. А может быть, связка у меня боковая, внутренняя. Ну, то есть, понимаете, да, то есть вот такой вот процесс, а там просто-напросто перенапряглись мышцы. Мениск будет потом, если с этой проблемой не заняться. Он уже есть один. Есть, да? Ну, поздравляю. Вот. То есть мы что делаем? Мы эти мышцы, опять же, растягиваем. По тому же самому принципу. Как вы предложите мне растянуть вот эти внутренние приводящие мышцы? Но если вы в действительности очень круты, вы можете сделать так, да? Смотрели мистера Бина? Да. Еще более простой способ – это вы садитесь в бабочку, бедра разводите. Да, сидя на полу, и у вас начинается натяжение вот по этой внутренней поверхности. И с одной, и с другой стороны. И не старайтесь вот это вот лететь в бабочке. Знаете, как вот, ну я не знаю, как вы это делаете, но сколько я бегунов не видел растягивающихся. Они вот сидят в бабочке, вот так. Видели такую ситуацию? Они грамотные, они понимают, что приводящие мышцы нужно растягивать, да? И что они вам растянут?
в этом. Они никогда не растянутся. Почему? Потому что они в длительном спазме пребывают. Им нужно время, чтобы они вообще сдохли и сказали: ой, все. И тогда дотянуть. И сразу же, то есть здесь у вас уже совершенно другая длина, здесь не дергает, колено не болит. Нет. Но если вообще просто вот сесть и сидеть, то вот желательно еще какой-то такой мешочек с песочком положить сверху. Гантельки, то есть вот какое-то такое усилие. Я бы вам показал упражнение, но на полу не хочется валяться здесь. Ну вот скажем вот так вот, чтобы вы поняли. Вот представьте себе, это пол, я ложусь на пол, стопы вот так вот подворачиваю обе. Понимаете, да? И разъезжаюсь ногами в разные стороны. И расслабляюсь. Как бабочка, только лежа, да? Да, бабочка, только вот лицом к полу. Лицом к полу и ноги вот так вот. То есть под весом своего тела, то есть они потихоньку... А? Лягушка. Вы знаете, что такое лягушка, да? Лягушка. Ну, не, иногда очень стрёмные ощущения, честно скажу. Но если вот, например, у вас дома вообще супер ощущение. Да, девушки знают. Это для беременных, кстати, тоже рекомендуется упражнение. И вы, если, например, делаете его на паркете, с одной стороны положили одеялко скользящее, с другой положили одеялко скользящее, колени так поставили, разъехались и так... И пытаетесь расслабиться. И вот это очень хорошее упражнение для этих приводящих мышц. Ну и, как я вам уже сказал, любые другие варианты тоже могут прокатить. Это вот, ну, типа такого. Кладете там на подоконник. Сейчас. На подоконник положили и тоже так вот. Понимаете, да? Вытягивать. Я класть, потому что часто делают стопу кладут. Стопу? Ну, да. То есть нога прямая. Нет, и чтобы вот здесь вот потянуть, вот, ну, чтобы специфично, более направленно. Понимаете, если вы будете тянуть все, знаете, в чем проблема, когда ты все делаешь сразу? Тогда не хватает фокуса, да, на чем нам сосредоточиться, мы не понимаем. Вроде бы везде потянулись, да, вот одно из этих хороших упражнений, которое все тянет вроде бы, это вот это. Но добраться до каждой мышцы отдельно иногда очень сложно. Поэтому, например, если вы хотите поработать очень хорошо с телом, то лучше всего, если вы вычлените свою проблему и на конкретную мышцу поработаете. А здесь можно вопрос? Да? Просто мы много говорили про раненых, вот, а для здоровых можно какую-то инструкцию? А, конечно, конечно. Смотрите, смотрите. Ничего не болит, что делать? Это самый важный вопрос на самом деле. И мы говорили уже, что мы с вами говорим о подготовке тела. Да, то есть, если у вас не болит это тело, и вы правильным образом работаете с мышцами, да, то у вас оно никогда не заболит. Поэтому я вам говорю, например, если у вас здесь болит, делайте это. Но если вы не хотите, чтобы у вас там заболело, то тоже делайте это. Вы же понимаете? Вы что-то недавно говорили, что вы там 10 километров бегали и заболел. При том, что вы ели с 8-10. Ну, когда я бегал на время, у меня не было такого богатого опыта. Я вообще не знал, что йога мне может помочь в беге. Я думал, это вообще разные области. Вообще бег это одно, йога это другое, одно не смешивается с третьим. И Кришна про вас говорил, что на результат бежать. И знаете что, Кришна Кришной, а я сейчас бегу на 33 минуты. Я, по-моему, на 32 хотел выбежать. Там вся загвоздка была в разрядах, и вот я хотел добежать до первого разряда. Это до просветления. Это до просветления было, когда я еще был в социуме. Чтобы, может, как-то практически было. То есть, если какой-то человек ничего не потом бегает, что ему делать в понедельник, среду и пятницу? Можно как-то?
Смотрите, если вы в действительности хотите грамотно подойти к своему телу, ну то есть люди, которые говорят, я буду бегать по-любому, будет болеть, не будет болеть, я все равно буду бегать, да? Такому человеку я однозначно порекомендую заниматься. То есть заниматься, то есть приходить, работать. Например, мы можем с вами провести вообще, то есть типа мастер-классы. Ну, конечно, в таком количестве у нас не получится, но это более такие группы ограниченные. И мы можем, то есть, это делать, проводить специально занятия какие-то, подумать просто вот. Ну, то есть я предпочитаю вообще превентный подход. Знаете такое слово «превентный»? Приватный – это немножко другое. Это пахнет деньгами. Это пахнет деньгами. А превентный – это от слова предотвращать, точно. Поэтому лучше всего не реагировать на заболевание, а предотвращать его появление. Поэтому, например, к чему сводится занятие? Вы, во-первых, умеете правильным образом разогреть тело, да, потому что на холодную, если вы начнете растягивать, то, скорее всего, таким образом, как я вам говорю, я могу, может быть, не повредить, но большинство людей пока еще не чувствует свое тело, оно повредит свое тело. Поэтому первое, что нужно будет сделать, это разогреть мышцы. Второе, что нужно будет сделать, это подойти правильно к выдержке. Может быть, даже какими-то подходами циклическими. И потом нужно будет закрепить, чтобы они не просто были растянуты, но также очень хорошо функционировали. Другими словами, чтобы вы не потеряли толчковую силу, да? Чтобы мышца не потеряла свою выносливость. То есть это целый подход. Есть даже мои некоторые коллеги, которые занимаются отдельно с спортсменами, которые вот бегают на большие результаты, и они вот конкретно прямо с ними работают. Да, то есть лучше всего это, чтобы не было заболеваний вообще. И растяжка для бегунов, по сути дела, о чем мы говорим. То есть представьте себе, вот мы занимаемся, мы все эти вещи делаем. Но я сейчас рассказываю, что мы делаем, как мы тянемся, когда у вас есть эта проблема. Но если у вас нет этой проблемы, мы все равно это тянем. Но помните, да, про мышечные цепи, они же ведь везде вот так вот идут. А что нужно сделать, чтобы нас здесь не потянуло? Нам необходимо растягивать спину, вытягивать, да? Нам нужно, мы можем это сразу же совместить с вытянутой ногой, например, сделать наклон, натянуть спину. В этом положении пребывать какое-то время, да? В этом же самом положении, например, вытяжение, мы можем просто с положения стоя поднять ногу, это уже силовое упражнение на ту же самую группу мышц, понимаете? То есть они вытягиваются сначала, а потом они напрягаются. То есть вы сразу же развиваетесь во всех направлениях. Важный момент. Я считаю, что нужно развиваться. Если, например, человек не занимается грамотно йогой, я считаю, что это его будущее, наш информационный век. Что, добьем последние проблемы, да? Угадайте, что это? Доктор, если у меня L5S1, мне можно бегать? Тебе можно бегать, если не на пятку. Это вот это вот. Если вы сторонник правильного, естественного бега на пятку, то есть у вас, скорее всего, будет вот эта вот проблема. Это последняя проблема, которую я не договорил. И что еще хочу сказать. Понимаете, да, это подвздошная кость. Блин, что я? У меня указка есть. Это подвздошная кость, да? Левая. Вот эта вот кость. А это правая. Когда я бегу, когда эта нога идет назад, гребень подвздошной кости куда идет? Вперед, да? А передние ноги куда идет? Назад. То есть, иначе говоря, у нас подвздошные кости, когда вы бежите, делают вот такое движение. А крестец, который между ними стоит, он такое движение тоже делает. То есть, знаете, вот как обезьяны там прыгают и своим хвостом равновесие держат. Вот фактически говоря, это у нас такой флюгер, вот крестец, который вот держит нас. И поэтому очень частое заболевание, частая проблема, когда человек бегает, у него какие-то ноющие боли в пояснице. Это может быть проблема с грыжей, которая выходит сюда. Это может быть воспаление вот этих суставов.
Это может быть натяжение связок, которые вот тут вот проходят. И тогда, конечно же, очень хорошая форма превентного упражнения правильно вытягивает вот эти вот места в тазе. И когда мы таз тянем, когда мы двигаем крестцом правильным образом с вытяжениями рук, то тогда у нас включается, фактически говоря, вся вот цепь, и это дает нам большое преимущество при беге. Я думаю... А вы знаете, я сейчас вам озвучил порядка 10 проблем. Вы про какую? Как таз правильно разминать, чтобы он правильно работал. Ну, когда вы делаете бабочку, он уже включается, да, в одну сторону. Когда вы ноги в другую сторону сгибаете, это, правда, травмоопасное упражнение, вы должны понимать, что то есть в коленях не должно быть больно. Должен быть провод-рот именно в тазобедренном суставе. Это когда на животе вы имеете в виду? Нет, это когда вы просто сидите и вот так вот садитесь. Знаете, одна нога здесь, другая там, между ног. Вот у вас должно быть ощущение натяжения здесь, ни в коем случае не здесь. И вы, когда выходите, вы должны очень аккуратно выходить, сначала ногу выводить в согнутом состоянии сюда, потому что если у вас мениск вышел немножко, если он у вас более подвижен, чем у других людей, и вы выпрямите ее очень быстро, то мениск может попасть между двумя костями и защемиться, и повредиться. Это все равно, что палец придавить в двери. Поэтому вот эти упражнения нужно просто аккуратнее делать. Но если вы поняли, о чем я говорю, то есть вы тогда можете делать, да? То есть это один из вариантов. Потом, когда... Точно. Ну, вы не такие уж и дремучие. И вы в таком положении, когда подогнули ноги, они могут быть здесь, могут быть здесь, да? Например, если вы пятки под себя подогнули и кладете себя на пол, ну, вы, скорее всего, сможете это сделать прямо Вы ляжете на пол, и у вас здесь будет такой хороший прогиб, и вы будете чувствовать крестец очень хорошо. И параллельно будут вытягиваться вот эти вот передние поверхности квадрицепса, что будет предотвращать, например, вот у вас синдром колена бегуна. Вот. Например, вы когда лежите в этом же положении, вы можете, например, лечь, поднявшись, и, например, вот в таком положении лечь. Но вы должны быть очень уверены в своих коленях. Да, то есть, если вы уверены, то тогда делайте так. Большинство из вас не сможет это сделать. Берете такую большую подушку, а то и две от бабушки. Вот, кладете их. И так ложитесь, вот именно находите свой вариант, чтобы здесь потянуло. И вот натяжение этих мышц будет переходить в натяжение поясницы. Вы почувствуете это такой момент. То есть, это будет такая вот прямо цепь, которую вы прочувствуете. И находясь в этом положении, если вы чуть-чуть выйдете, снимите натяжение, вы можете вот такие движения делать. Сюда, сюда. То есть вы тогда прочувствуете, каким образом вот этот вот крестец будет двигаться между подвздошными костями. То есть вот для бегуна, чтобы правильно крутились ноги, у нас должен быть раскрыт таз, да? И мы должны делать упражнение на раскрытие. Он должен быть расслаблен. Вспоминайте палаточку, которая такая вот вся. Потому что если он у вас расслаблен, да, в движениях, то когда вы в процессе бега вдруг, то есть у вас начнет какая-то мышца, например, которая здесь вот идет, подвздошно-поясничная, если она начнет по какой-то причине спазмировать, чтобы у вас был какой-то запас, чтобы это не повлияло на ваш позвоночник и не привело к травме, поскольку вы очень сильно сосредоточились на результате, да, а вы почувствовали, о, да, что-то там не то, нужно что-то поделать. И в зависимости от того, какое у вас болевое ощущение, то есть в зависимости от этого нужно сделать. Вообще есть кто-нибудь из вас, кто вот с такой проблемой вот здесь вот от бега? Вот вы очень упорно. Подойдите тогда сюда, пожалуйста. Куртку можете снять. Подайте мне тут ремешок, пожалуйста. Не подумайте что-то плохое. Подходи сюда, становись. То есть у тебя болит спина, поясница, когда ты бегаешь, да? Да, по факту. По факту. Становись сюда. Наверх? А, так, ну давай, на стул, чтобы все тебя видели. То есть в каком месте у тебя болит? Больше левого половины.
Левая половина, да? То есть, смотрите, как правило, когда левая половина болит, это вот, если сюда посмотреть, связано вот с этой вот стороной. Это может быть связано с межпозвоночными дисками, вот в этих местах. Это может быть связано с этими связками, которые здесь идут от подвздошной кости сюда. И в каком у вас положении она болит? Когда у вас гиперлордоз или, наоборот, плотная спина? То есть в каком положении? В каком положении вам легче? То есть когда у вас вы бежите и выгибаете так, или наоборот, когда вот уплотняете? Не проще, когда... Все, понял. Смотрите. Живот убирать. Когда живот убирать? Это означает, что в свое время был перетянут вот этот вот прогиб поясничный вот этими вот мышцами, которые там идут. Проблема решается, в принципе, просто. Мануальным образом она решается... Вот так. Когда вот таким вот образом по подвздошным костям ремень натягивается. Сейчас я подожду, подтяну. Секунду. Прижимается крестец, и человека просят наклониться вперед, вот в этом месте, сгибаясь. Да, руки скользят просто по ногам. И чтобы тебя тянулось здесь. И наверх. И еще раз вниз. Понимаете, да, что я делаю? Так, повернись. Повернись. Так, поднимись. Повернись бок. Давай сюда. То есть я его держу так. Я придавил крестец сюда. Я не позволяю крестцу наклониться вперед вместе с телом. И когда тело в пояснице наклоняется, у него растягиваются здесь мышцы, которые находятся в состоянии спазма. Также вытягиваем связки. Понятно, да, что мы делаем? Еще раз, тот же самый наклон. Больше скручивай. Вот, вот так. Отлично. И наверх. Да, легче. Угу. И последний раз. И наверх. Я вам показал просто, чтобы вы понимали принцип работы, да? Спасибо большое. А если регулярно важнее, вот когда спазм снимается, а потом попадаешь. Вот если с вами так человек поработает знающий, и потом правильно вам вытянет и укрепит их, то у вас эта проблема не вернется. Если у вас нету такого человека или денег прийти к такому человеку, то вы просто делаете это в своем варианте. Вы берете, скручиваете... Как это называется? Болстер. Знаете, что такое болстер? Вот. Берете, кладете под живот, не на месячных, и наклоняетесь, ложитесь, вот чтобы прямо вот нижние ребра как бы обхватили этот болстер. И потом полностью расслабляетесь. Болстер — это такая круглая длинная подушка, которую вот к стенке можно бросать. Вот. Она такая вытянутая и круглая. Валик. Валик, вот можно с дивана какой-нибудь валик взять, да? И вы его кладете сюда под живот, так ребра на вдохе подтянули, и на выдохе. То есть нужно свой позвоночник накрутить? Да, вот как бы накрутить. И когда вы накрутили, после этого руки либо вдоль, либо вперед вытянули и расслабились, обмякли. И вот вы лежите, и у вас происходит вытяжение этих мест. Скажем, если у вас регулярно это встречается проблема, вы можете это делать после бега и параллельно заниматься тем, что вы будете укреплять. В первую очередь подвздошно-поясничные мышцы. Ну, их больше вытягивать, то есть подвздошно-поясничные мышцы, которые нас вот этот вот прогиб делают очень интенсивным. И в то же самое время вам необходимо укреплять мышцы брюшного пресса. Да, вот это вот, которые делают. Потому что они будут тянуть вас немного вперед, когда вы будете бежать, и уплотнять поясницу. И также укреплять вот эти вот квадрицепсы, поскольку они будут тянуть тоже таз вперед. То есть, иначе говоря, это у вас болезненное положение, и каждый раз, когда вы будете так бежать, вам будет больно. Но вам нужно растянуть заднюю поверхность, а переднюю укрепить. И тогда вы уже будете бегать, естественно, и даже не замечать, что вам хорошо. Понятно? Будет очень хорошо.
Так, ну и что в заключение? Это не для вас. А сейчас переходим к главному. Are you ready? Вот чем надо заниматься, чтобы не было никаких проблем. Я вам сейчас все кадры пролистаю, чтобы вы получили истинное наслаждение. Нет, нет, я попытался назад. Смотрите, мы не расисты, вот китаец, вот итальянец, вот ирландец. А это явно одна шведка, другая американка. Нет, не все. Ну что, заканчиваем пока, да? Вот, я... Там есть еще что-то. Простые нетравмирующие упражнения. Но это я тогда очень быстро пробегусь, да, чтобы уже... Простые нетравмирующие упражнения, это что означает? Это означает вот так вот. Это не травмирующее, а так это уже травмирующее. Простые не травмирующие, это означает, что оно простое, и когда вы не перетягиваете, оно не травмирующее. Понятно, что имеется в виду? Простые не травмирующие упражнения. Выполнение упражнений радостно и с удовольствием. Сначала будете кряхтеть, а потом понравится. И вот на этой волне удовольствия нужно этим заниматься. И высокий результат последующих тренировок без боли и перенапряжения, да? Не на результат, а в процессе. Вот. А результаты, они вырастут. Да, да. Да. Сюда, да? Время суток йога, растяжка, мифы, реальность. Это, извините, нету времени. Питание как инструмент работы с телом. My food is my medicine. Я вам сразу скажу еще такую вещь. Слышали, да, такой слоган? Мы есть то, что мы едим. А вот йоги уточняют, мы есть то, что мы перевариваем. И в зависимости от того, какую пищу вы кушаете, в зависимости от того, чем вы питаете свои структуры в теле, в зависимости от этого они будут того или иного качества. То есть если они, если не хорошие, поддаются тренировке, то это преимущественно, да? В первую очередь от хорошей пищи. Давайте я вас заинтригую. Я вам не буду рассказывать. Догадайтесь трех раз. Мясо не ест. Физическая подготовка. Сила и расслабление без боли и напряжения. Это понимаете, куда мы все клоним, да? Угадайте. Вот можно делать все в практике таким образом, перелезая тогда через... пытаясь перелезть через забор везде, а можно просто подойти, открыть калитку и пройти. Вот многие вещи в наших спортах, в наших спортивных играх, в наших достижениях, они иногда вот таким вот образом мы пытаемся перепрыгнуть. Если мы знаем какие-то секретики, хитрости, то тогда нам гораздо проще становится. И на десерт йога и бег, статика в динамике. Статика в динамике. Вы поняли, о чем речь? Нет. Статика у нас где? В йоге. Динамика где? В беге. Если у вас в статике правильная практика, то она укрепляет вашу динамику. Если у вас правильная динамика, то она укрепляет вашу практику в статике. То есть одно опирается на другое. Когда люди в йоге говорят, о, нужно только статические упражнения, динамика – это не наш метод, то есть у них свои проблемы. Когда говорят, нет, только динамика, то есть статика не наш метод, у них другие проблемы. То есть все в этом мире имеет некий баланс. То есть если вы много бегаете, это означает, вам нужно также много статики. Укрепляющей, прорабатывающей. Если вы много находитесь в статике, то вам также нужно много движений. То есть, понимаете, есть некий баланс, который мы не можем нарушить. Это законы в этой вселенной. То есть вы не можете нарушить законы физики. Это все равно, что... Да, прыгать вверх. Мы все равно опустимся, правильно? То есть есть баланс. Как мы подпрыгнули, так мы опустились. Спасибо. Или другой вариант. Это человек вам подходит и говорит, слушай, представляешь, не знаю, что происходит. Вот я кушаю совсем чуть-чуть с утра, но еще даже меньше с вечера. И представляешь, толстею.
Да иди ты. Это как Сережа Агапкин сказал, есть только три варианта. Давайте их рассмотрим. Первый вариант. У вас сломались весы. Вы толстеете. Ну, цифры показывают, цифры же не обманывают. Скорее всего, весы сломаны. Второй вариант. Вы научились левитировать. Понимаете, вы становитесь на весы и слевитировали. Или наоборот, стали тяжелее. Ну, то есть это одно и то же, в принципе. Уметь то и иметь другое. Ну и третий вариант. Вы где-то обманываете. Ну вот, первый вариант мы можем быстро устранить, да? Проверить весы. Второй вариант, то есть это тоже такой, знаете, момент. Весьма сомнительный. Остался третий. Пожалуйста, записывайте каждый раз, когда вы что-то кушаете, в дневник. После этого в конце недели посмотрите, сколько вы скушали. Сплюсуйте. Потому что законы физики вы не сможете обмануть. Да, есть целая наука диетологии, которая рассчитывает килокалории, ритм питания, работы, отдыха. Вы не можете каким-то образом поменять эти законы. Спасибо за внимание. Искренне ваш Сергей Сидоренко. Да, смотрите, есть такой момент, синдром вот этого колена, да, который вот здесь вот снизу начинает болеть. Наши мышцы могут неправильно напрягаться еще. Когда они здесь напрягаются и напрягают вот эти вот сухожилия под коленом, их иногда можно легко снимать, даже без растяжения, просто таким вот упражнением. Смотрите, вот вы так к стенке подходите. И начинаете вот так вот просто мягко, медленно садиться. И напрягаете только мышцы. И все. И старайтесь при этом мягко-мягко опускаться. Дошли до какого-то этапа, посидели какое-то время. И потом мягко-мягко начинаете подниматься. Это очень хорошее упражнение для бегунов, которое я мог бы вам рекомендовать. После того, как вы вытянули эту переднюю поверхность. Спасибо большое. То есть вы когда вытянули эту поверхность без бега, да, каким образом ее укрепить, вы можете это сделать так. Либо вы можете без опоры на стену, но тогда будет немного другой эффект. Либо с руками за затылкой, либо с руками вот спереди. Присели мягко и поднялись мягко. То есть таким образом сохраняется функциональность квадрицепса. Потому что его нужно растягивать, но его нужно также укреплять. И очень часто квадрицепс нужно отдельно укреплять от забегов в разных плоскостях. Понимаете, то есть не только вот, чтобы он в этом варианте работал, а чтобы вот он в этом варианте работал, в этом варианте работал. Потому что когда мы бежим, у нас есть концентрическое напряжение и... Какое еще? Эксцентрическое. Вот когда мы бежим, это все работает в эксцентрическом напряжении, да? Мы приземляемся и потом мышцой гасим. А нужно еще нам вот это вот движение, которое, например, концентрическое. Вот, ну, очень простой вариант концентрического движения. То есть, чтобы в разных плоскостях, чтобы он растягивался, и мышца работала не только на бег, но также еще в другую сторону. Понятно, да? У тебя был второй вопрос. А это уже начинается. Да. Со спиной и корпусом. Обязательно. Обязательно. Я просто на. Базовые упражнения это вы можете делать, скажем, захватываться за ноги. Вот так вот. И выходить. Да, ну раз оно. Вот это вот движение, да? Ну, то есть, да, лежа на животе на полу, то есть вы выходите. И вы вытягиваете вот переднюю поверхность. Можете наоборот перевернуться и в мостик выйти. Да? Чакрасана. А можете, ну то есть это вот вытяжение вот этих вот мышц. Другой вариант, то есть это когда вы сидите и просто наклоняетесь к ногам. Это в другую сторону вытягивает спину. Единственное, что вы должны быть осторожны в том, чтобы делать на расслаблении, да, как мы говорили. На расслаблении вы выходите. Если вы чувствуете вдруг какие-то неприятные ощущения в спине, вы должны остановиться
и находиться вот на этом состоянии ноющим, но не идти дальше. Даже если вас тело дальше пускает, но как только у вас ноющие какие-то ощущения возникли, вы не идете дальше, расслабляетесь, и через какое-то время эти ноющие ощущения уйдут. Это означает, что у вас какие-то структуры поменяли свое. Оно по-разному. Когда вы делаете это из положения стоя, вы вынуждены держать равновесие. И поэтому ваши мышцы напрягаются, и вы так можете хорошо вытянуть только спину. Но ваши ноги напрягаются, они находятся в напряжении. Когда вы делаете это из положения сидя на полу, то тогда вам нет необходимости держать равновесие. Вы можете заднюю поверхность ног расслабить, раз. Во-вторых, наклониться в расслаблении, два. И также расслабить плечи, три. То есть у вас еще будет расслабляться шейные мышцы до какой-то степени. И вы прочувствуете заднюю поверхность спины очень хорошо. Когда вы ее прочувствуете, сидя на полу, вы можете переминаться с ягодицы на ягодицы, да? Такие ощущения, ну, такие покачивания будут. Они очень хорошо, крестец, вот как раз позволяет вам почувствовать. И вот эти вот движения в крестцово-подвздошных сочленениях. Знаете, да? Вот это таз, и там еще крестец. Вот как вот он гуляет, когда вы переминаетесь таким вот образом. И это переходит также на поясницу. Вы начинаете ее чувствовать, она может начать у вас похрустывать, так приятно похрустывать. Вот, и другой вариант – это скрутка. Очень важна, должна быть обязательно скрутка, если вы хотите вообще, чтобы в спинке было. Это вот с прямой спиной, просто сидите с вытянутыми ногами и просто поворачивайтесь назад с прямой спиной, да? То есть вот эти вот точки отводите друг от друга, у вас вытягиваются косые мышцы живота, поперечные мышцы живота. Этот вариант предлагает, но то есть человек должен уже знать хорошо, что он делает. Я, например, то есть такие упражнения могу давать, только видя то есть человека. И я далеко не всем рекомендую такое даже упражнение на занятие, потому что многие люди травмировали свою спину через эту здоровую практику. То есть вы должны быть уверены в том, что первое, у вас нет межпозвоночных грыж, раз. Во-вторых, что когда вы поворачиваетесь, вы готовы держать спину в ровном положении, два. Потому что в ровном положении диск защищен от этого скручивания в поясничном отделе. То есть он рассчитан в поясничном отделе вот на такое движение. Понимаешь, да? То есть вот на это движение. Диск в поясничном отделе не рассчитан вот на это скручивание. Это скручивание происходит только в верхнем грудном, в смысле в нижнем грудном отделе, где позвонки имеют другую структуру, они позволяют скручиваться. В пояснице там маленькая-маленькая скруточка, очень важная, но очень она маленькая. И вот в этом варианте с рычагом, ну, особо сильной необходимости нет. Но много людей, когда делало такую скрутку с локоточком, согнувшись, как только ты сгибаешься, у тебя позвонки могут ротировать уже почти что как грудные. И вот в этих вариантах многие люди травмировали свой позвоночник. Это понятно? Вот, и я думаю, все, я сказал основные моменты, да, прогиб, наклон, скрутка, любые боковые наклоны вы можете делать на вытяжение, да, вдох и выдох. Стоя. Да, стоя. И стоите, например, и у вас будет напряжение, и вы будете думать, интересно, а где расслабиться? Через какое-то время вы поймете, какими мышцами держать, а какие вытягивать. И вы начнете вытягивать вот эти вот боковые мышцы. А внутренними боковыми мышцами с этой же стороны держать. Понимаете, парадокс такой вот может возникать. И когда он у вас возникает, что вы, например, в состоянии напряжения, скажем, вы находитесь в таком положении, да, я вот часто говорю, когда провожу занятия, сделали вдох и дышим. И расслабили вот эту вот ногу после колена, да. Я не знаю, заметно, нет, что она у меня расслаблена. Вот если вы хотите, вы можете попробовать вот так вот поднять ногу и расслабить вот эту вот ногу после колена. Я сомневаюсь, что у кого-то из вас получится. Почему? Потому что мы привыкли, когда мы поднимаем ногу, мы ее напрягаем всю. А здесь есть маленькая хитрость. Учитесь напрягать только то, что необходимо. А другое должно расслабляться, да? Поэтому, когда вы бежите, если вы умеете напрягаться и расслабляться правильно, то есть вы становитесь очень энергоемкими.
То есть вы, когда будете бежать, вы не будете задыхиваться. Вы не будете тратить много энергии. То есть один человек бежит, ему нужно при всех равных данных, один человек затрачивает, ну я не знаю, там 200 килокалорий, а другой человек при этих же самых данных, он затратит там 150 килокалорий или даже 100. Почему? Потому что он умеет расслаблять мышцы, которые не задействованы у него в процессе бега. То есть или он скомпенсировал себя определенным хитрым образом. И вот эти все хитрости, тонкости, ну это, конечно, уже к бегунам, которые этим занимаются, которые умеют это прочувствовать. А при беге можно попасть в нирвану? Легко. Еще что угодно. На 32-м километре. Послушайте, девушка, если вы будете делать то, что я говорю, вы однозначно будете в нирване. Я вам обещаю. Спасибо. Спасибо вам большое.